Родоначальники бокса англичане говорят, что бокс – это обмен мнениями при помощи жестов на расстоянии. На Кубке главы администрации по боксу среди юношей съехались боксеры со всей республики, а также спортсмены из Оренбургской области. Участников около 50 человек. Это из городов Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Мелеуз, Кюргазинский район, Кугарчинский район, а также из Оренбургской области, это село Октябрьское. Значимое в спортивной жизни города мероприятие привлекло немало болельщиков. Азарт и эмоции зрителей – лучший показатель неподдельного интереса к этому зрелищному виду спорта. Открытие турнира посетили первые лица города, а также почетные гости. Одним из них – четырехкратный чемпион России, вице-чемпион мира и Европы, а также участник Олимпийских игр Ильфат Разяпов. Мне очень приятно здесь находиться. Здесь благодарю, конечно, Министерство спорта Республики Башкортостан, главу Кумертау. Это такие люди, что именно создали именно в короткое время, так как опорный вид спорта у нас бокс в республике, сделали эти соревнования. Благодаря им, наверное, это все состоялось. Соревнования в городе на Кубок главы проходят впервые. Организация подобных мероприятий – дело очень ответственное, важное и крайне сложное. Турнир такого масштаба первый раз проводим. Я думаю, турнир удался, как бы, и организация хорошая, тут и призы хорошие также будут. Думаю, будем развиваться, и с каждым годом и география будет расширяться, то есть из регионов России будем приглашать команды. Ну, думаю, что бокс в городе Кумертау будет у нас развиваться. Зрелищный, динамичный, всегда непредсказуемый по результату бокс очень прижился в республике, где кроме мудрости всегда в почете и в уважении было умение постоять за себя и близких. Своим видением дальнейшего развития бокса в городе поделился основатель этого вида спорта в нашем городе, заслуженный тренер республики Рашид Фаткулин. На конференции я говорил, подвал закрывать, открывать секции, чтобы дети занимались у специалистов. Поэтому, видя сегодня такие условия, как не радоваться? Это счастье для меня. Я уже не в спорте, но душой. Я остался в спорте. Я радуюсь, что есть какие успехи города Кумертау. Я думаю, производство поднимется, молодежь растет. Первый день соревнований состоялось множество поединков. Одним из зрелищных оказался поединок весовой категории до 54 килограмм. Алмаз из Кумертау боксировал со спортсменом из Стерлитамака. Оба боксера с первого раунда двигались быстро, пытались как можно быстрее захватить лидерство, набрать очки. И было видно, что наш земляк Алмаз Давлетбаев подготовлен лучше своего соперника. Бой, конечно, сложный был. Бои всегда сложные. Даже если соперник слабый, то все равно физически это все очень сложно. Ну, так, что умею, то и показываю. Поэтому... Что у тебя получилось, что не получилось? Ну, не получилось то, что правой рукой слабо просаживал, потому что он мне с локтя ударил прямо по мышцам. Ну, так получилось. И оно у меня забилось очень сильно. А так, серии, которые я хотел пробить, они, в общем, получались. Соревнования только начались, впереди еще несколько дней боев. Остается пожелать участникам соревнований упорства и настойчивости в достижении победы. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».